Бастион Виктории, что вы конкретно делаете? Реставрация. Ну, здесь консервация того, что есть, а за углом здесь у нас кладка. Казематы, пороховой погреб. Ну, это там, на Куркине. Это вот наша работа. Ну, да, почистили, заделали швы. То, что смогли. Потому что здесь уже, как бы, ну, она стоит, эта стенка. Да. А вот за углом там у нас уже все серьезно. Да, да, да. Это вот эти вот камни сейчас, которые валяются, тут их сбивают, да, наверное? Которые... Ну, это мы их обрушали, потому что вообще невозможно было находиться снизу. Обвала опасно, пришлось снимать. Но они потом обратно вернутся. Все, что есть, все обратно будет ставиться. Это же материал, тем более оригинальный. Обязательно должен оставаться. Пройдены киркой когда-то. Видите, здесь они пройдены. Полностью, со всех сторон пройдены камни. Они такие ценные, это вообще. То есть вы думаете этим камням, что ли, со времен Дальберга? Да, да. Это оригинальные камни, конечно. Даже если тогда, когда здесь этот бастион обрушили в 704 году, вот то, что обрушилось, они обратно все это поставили. Думаете, они новые камни, что ли, сюда повезли? Нет. Зачем? Я думала, что какая-то была реставрация, может быть, после войны. Нет, после войны было здесь, за углом. Здесь ничего не трогали. Тут их больше было, но их тут, видимо, кто-то куда-то увез. Когда-то. Но я тут до этого работал, колледж этот делали. Я смотрел, что отсюда кто-то куда-то увозил эти камни. Не знаю, кто куда. Может, где-то на дачах, может, где-то что-то засыпали. Но это преступление в любом случае. Я был очень удивлен, что вообще кто-то может поехать и взять эти камни. Действительно, кто их куда забрал? Где они? Какой вообще кто-то имеет право их трогать? Начальник, он не начальник. Это чисто воровство. А если их куда-то увезли и куда-то засыпали в какую-то яму, это еще хуже. То есть эти вот те камни, которые вот там вот лежали? Да, везде, все, что обвалилось, оно уже лежало, все, вот кучами. Я вот в этом году мы приехали, вообще практически все чисто под бастионами. Кто-то эти камни все подгреб. Потому что обрушения-то постоянно происходят. Там, ну, в принципе, каждый день там что-то сыпалось потихонечку. Ну, вот нет ничего. А теперь это все надо где-то взять, это надо все изготовить. Потому что какие денег стоит? В Нарве нет карьера камни добывать? Нету. Ближайшая Клунда. Сколько стоит туда съездить? Сколько стоит одна грузовая машина? Вот все. Кто-то будет это тратить теперь, делать снова. Но мы все используем, все, что все возможно, конечно. Наш принцип. Сделать так, чтобы не было видно, что что-то делали. Не всегда получается, но стараемся.